такая вот птица. Да, сейчас начну, пожалуй, показывать. Вот такая вот птица, она баков, а у нее вот такой вот клюв большой, длинный, вот такой, для того чтобы не путали других птиц с бакланами. Баклан говорит именно вот так вот, поэтому другие птицы — это будут уже другие птицы. Поэтому, когда называют других птиц бакланами, это просто, не знаю, скорее всего, это чайки были. Вот другие птицы, вот. Баклан выглядит спереди. Вот так вот. У него голова повернута на бок, поэтому он сбоку выглядит вот так вот. Сверху выглядит он вот так. Вот красиво, вот. У него вот такой наконечник на клюве чуарды, вот. Такой вот красивый, вот. Баклан у него такой вот необычный хвост, вот. Лапы у него вот такие вот необычные. Лапы, кстати, крутятся, а вот голова не крутится. Голова у него сделана на боку. Сверху голова выглядит вот так. Вот сзади у него сделана кнопка. Вот. Хвост. Хвост тоже как бы крутится, но не факт. Может отломаться, потому что хвост до этого не предназначен. У него сделана кнопка вот так вот. Когда нажимаешь на кнопку, он начинает махать крыльями, вот. Что, собственно, происходит вот спереди. Вот он стоит спереди, вот. Вот так вот. Ну, в общем, он начинает делать вот такой вот замечательный баклан. Сам по себе он имеет вот такие вот глаза у него. Вот такой вот хохолок сделан. На голове это очень красиво. Вот такие грациозные у него перья сделаны. Вот такие на крыльях, чтобы крылья такие грациозные были. Вот. Это все просматривается красиво. Ну, хвост, конечно, у него просматривается странный. Поэтому про хвост сложно что-то сказать. Вот. Ну, какой есть хвост? Я думаю, у каких-нибудь попугаев тоже такой хвост. Ну, цветной просто. Поэтому по хвосту я не знаю, что можно сказать. Ну, голова вот так вот выглядит. Я думаю, голова выглядит красиво. Вот. У него вот такой вот глаз. Ну, да. Когда близко приближаю, конечно, не очень хорошо видно, какой у него глаз. Вот. Ну, в целом, ну, вот так вот работает. Что я хотел показать, это вот такой вот баклан. Снизу он выглядит вот так вот. Красивый. Замечательный баклан. Вот. У него белое вот тут вот. Перед белый вот тут вот. Все остальное черное. В общем, задумка простая, но мне нравится. Это вот тут вот не пятно, это он просто тут вот такой вот черным сделан. Я не знаю, почему его так сделали. Видимо, когда Макдональдс сделал игрушку, слегка вот такая вот получилась. Ну, блестит он, и в целом выглядит красиво. Особенно блестит свет, который у меня на его клюве. Вот. Это получается красиво, поэтому тут, если что-то кажется, что у него не так, то это не туда упала тень, может, или просто он так блестит, поэтому вот так вот, как есть, он красивый, вот, в целом. Кстати, вот еще из Макдональдса есть пингвин. У пингвина вот тут вот кнопка. И динамик, вот. Пингвин, он не шевелится. Когда пингвина шевелишь, он говорит. Ага. Поэтому, когда его тащишь, он говорит. Ага. Сам он не шевелится. Он вот такой вот белый. С оранжевым клювом. Это пингвин из Мадагаскара.
Его я знаю, это персонаж. Я не знаю, кто это лично из четырех пингвинов, потому что я так и не смог этого понять. Вот. Я не знаю, странно. Но мне этот пингвин довольно давно, поэтому вот он не в самом новом состоянии. Я просто все не думал, что показать его или не показать, но решил все-таки показать. Вот он падает и говорит, ага, вот. Вот так. Вот. Снизу, собственно, стой, хотел показать, это у него такие лапки. А, они живые. Такие, да. Таких лапок у птиц редко увидишь. Потому что вот, вот это вот птицы, вот синие лапки, большие такие. Ну, собственно, у других птиц, например, у голубей, у живых, тоже лапки не так выглядят. Поэтому тут, как бы, говорить, какие у кого лапки, я не могу. Ну, в целом у него лапки хорошо выглядят. На концах что-то черное, видать, что-то, вот, когти у него тут, вот. Вот такие вот у него лапы, вот, блестит так, да, блестит конкретно. Конечно, спину сложно показать, потому что он блестит, вот. Вот у него динамик. Собственно, почему мне нравится эта игрушка. Он так прикольно говорит, ага-ага, что это невозможно не отметить. Поэтому задумка вот в таком вот пингвине мне нравится. Еще у него вот такое вот, что как будто бы один глаз прижмурен, другой же глаз больше открыт, вот. Так красиво вот делали. Конечно, голову показывать сверху тут. Особо нечего смотреть тут. Ну, в целом, смотреть можно. Потому что тут, я думаю, есть на что посмотреть. Вот. Потому что, вот. У него вот тут. Вот это вот. Крыло или не крыло. Или лапа. В общем, я не знаю, как оно правильно называется у пингвинов. Потому что, насколько я знаю, пингвины не умеют летать. Поэтому одно крыло у него сделано поднято, другое опущено. А как оно правильно называется, крыло или лапа, я не знаю. Поэтому говорить вот так вот не буду. В целом, сделаны они довольно-таки красиво. И даже если пингвин не сможет летать, то вот эта замечательная птица с большими крыльями, я думаю, ему поможет полететь. Я думаю, вам понравилось это видео. Тем более, что снимал я про двух птиц, потому что так гораздо красивее. Потому что они, собственно, два друга у меня вот. Кстати, кто знает, как их можно назвать, или что это за персонажи и как их зовут, интересно, напишите в комментарии, потому что я точно почему-то не могу понять. Вот про вот эту вот птицу я вообще не знаю, кто это и откуда, из какого мультика. А это вот из Мадагаскара. Вот, что могу сказать. Вот. Поэтому вот такие замечательные птицы. Спасибо за просмотр.